Весна в самом разгаре. Пора заняться дорогами. Участок пути на проспекте Созидателей в новом городе скоро преобразится. К реставрации приступит в этом году. Работы предстоит немало. 42 тысячи квадратных метров проезжей части необходимо заасфальтировать. Также надо заменить бортовой камень, установить 60 дорожных знаков и поработать над освещением. Этот участок, как и остальные 19 по Ульяновской области, входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на ремонт путей сообщения выделено 650 миллионов рублей. Это на 30 миллионов больше, нежели объем финансирования предыдущего года. И параметрами национального проекта заложено поэтапное, ежегодное увеличение объемов как финансирования, так и объемов ремонта автомобильных дорог. Над проспектом Созидателей будет работать подрядная организация «Стройцентр». Сроки выполнения уже установлены. К ремонту приступит 30 апреля. Объект должен быть сдан 26 августа этого года. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ.